Удачи на презентации, папа. Ой, ну что за галстук? Как мне его носить? У меня даже нет шеи. А вот так лучше. Ну же, Фиджеральд, нам нужен контракт. У меня не получится, я неудачник, шут гороховый, неудачник, шут гороховый, шут. Нет, ты мужчина, ты крепкий орешек, ты еще очень крепкий орех. Ты что здесь делаешь? Тише, тише, мистер Фиджеральд. Или называть вас папа? Нет, не называть. Я понимаю, что вы не видите во мне потенциального зятя, и поэтому я пришел доказать, что заслуживаю вашей дочери. Ну же, испытайте меня! Испытайте меня, Патрик! Сегодня у меня на это нет времени. Через 10 минут у меня очень важная встреча. Надеюсь, ты поймешь. Что я пойму? Вы проверяете мою настойчивость? А знаешь что? Что такое? Как? Машину запирают, чтобы в нее не проникли, а не наоборот. Ну да. И это уголовное преступление — оставить ребенка в машине одного. Я не думаю, что это входит в список приоритетов полиции. Вы собирались оставить ребенка одного запертого в машине? Нет, он уже идет домой. Без взрослых? Что тебе нужно? Шанс доказать, что я достоин вашей дочери. И если вы не испытаете меня, я сам себе испытаю. Вот так. Моя любовь к Пенни сильна, как мои руки. Вот, я победил! Да, но при этом проиграл. Стойте, Патрик, стойте! Привет, у меня встреча с директором. Ладно. А это еще кто? О, что ты делаешь? Демонстрирую гибкость. Отсутствие гибкости во взаимоотношениях приводит к их утрате. Сэр. А, да, это мой... это стажер. Он тихо ходит со мной, тихо себя ведет и не делает глупостей. Он должен поставить свою подпись тут. Итак, мое обучение началось. Я буду учиться у самого мастера. Кажется, мне станет плохо. Стойте! Мне представился случай помочь вам в трудной ситуации. Начинаю операцию «Ореховое масло». Сэр, там небезопасно. Я пойду бегать. Чисто! Чисто! Все чисто. Вы можете войти, сэр. Операция «Ореховое масло» проходит успешно. Ты можешь, пожалуйста, перестать это повторять? Слушаю, сэр!